Короче, гулял я по лесу, гулял. Даже не знаю, как объяснить, где я. Где-то в глубине леса. И наткнулся на дверь запертую, на которую надо 30 сырьевых указов. Они у меня есть. Сейчас откроем, посмотрим, что. Это переход в какую-то локацию, да? Да? Ох ты, ёпанский бог. Родовая зала. Хо-хо! А вот здесь-то я и не был, да? Родовая зала. Лучок. Протокол Ария. Ага. Протокол Ария. Парень, ты будешь ходить, блядь, нет? Протокол Ария, протокол Ария. Чем знакомые. Что такое? Горюете теперь, что не смеялись над моими шутками? Я и представить не мог, что так получится. Наконец-то утихомирилась. За жизнь он сбил ответ 99 бед, одной из которых с этой надписи. Пьяному по колено алкаш понят лужа. Жертва ложного доноса о преступлениях против мира Эджи. Плюс незнакомки, наверное, желательно, ничего не. Что-то пословицы и поговорки какие-то, да, короче. Мне это надо читать все, да? Им не надо. А то типа не прочтешь, дальше не пройдешь. Или не прочтешь, быстро умрешь. Или еще что-нибудь в этом же роде. А где Крендель ходил, я видел. Ну вы издеваетесь, что ли? Не буду я все читать, не нафиг. Я еще, блядь, сюда читать пришел, что ли, ёпты, библиотека. Где все вообще? Где враги? Где не враги? Или это загадка какая-нибудь очередная? Бог. Это называется найди капсулу, в которой босс сидит. Да? Нет? Нет, да? Блять, в какую сторону идти, а? Я уже запутался, нахуй. Уже. Так специально, да, сделали? Наверное, да. Ой! Направо.
Ха. Ничего не понял. Ну что, мне правда читать, что это все? С них станется вообще. Это, конечно, достаточно тупо. Если это так действительно. Ладно. Допустим, я здесь все прочитал. Так, тихо. Что было? Блять, загадки Венского леса, ёб твою мать. Так, а я вот знаешь, что не понял? Я не понял вот чего. Вон, вот это вход, а это что за нахрен? Запутали меня нахер. Я специально сделал. Жесть какая, а? Вот вход. И что? Врагов нет. Есть полукруг с двумя лестницами. И второй ярус этого полукруга есть. Ну, допустим. Здесь ничего нет, кроме сундука. Это вот первый ярус. Так. Первый ярус. Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И чё? Всё, блядь, троллинг закончился нахуй. Может, их бить надо? Нет. Стрелять надо? Нет. О, блядь, как я люблю такие загадки. Ебать, кто бы знал. Все, блядь, дайте кого-нибудь. Я не хочу загадки загадывать. Дайте мне кого-нибудь, блядь. Дайте мне кого-нибудь побить. Только не говорите мне, что их в правильной последовательности надо читать. Пожалуйста. Пожалуйста, нет. Нахуй я сюда пришел? Вот за этим сундуком? Или... я, может быть, за Арией пришел? Только и всего, да? Может быть, за протокола Мария, да? Блядь, где этот протокол? Где этот протокол? Протокол Ария. Бляха мать. Протокол Ария. Ария. Так, вот здесь есть... Здесь есть этот самый какой-то. Обелиск, я знаю, помню. Обелискус. Да, вот. Надо его активировать, кстати. Так, и отправиться
Блять, вот это вот, конечно, большой и жирный гемор. Вспоминать, где какие протоколы, это просто пизда. Я сейчас, короче, на склад прибыл. Арден, склад. И, по-моему, где-то тут... Где-то тут как раз и был. По-моему, вот здесь внизу. Или нет? Ну, вот, вот здесь. Да! Ебать, смотри, память-то есть еще. Никуя себе. Пойдем. Протокол Ария, вот, да. Оставшийся мир вестибюль. Вестибюль, вестибюль. Ишь ты. Вот с этого места поподробнее. Так это же мортиарий этот, бестиарий. Хер поймешь, чё арий. Позволяет носить до 4 гранат. До 4 гранат аж, офигеть. Мне вообще и 3-то не надо теперь уже. Ну ладно, может надо. Это я так выпендриваюсь. Это чё? Я думал, это сейф поинт. А это какая-то хрень. Розовая. Прикольная. Прикольная, но бесполезная, да? Тут надо все исследовать. Может, не надо? Как же не надо, когда надо. Ты не нужная шляпа. Шняга. Сейчас заблужусь только, вот это да. What the fuck? Ничего нету, блин. Чё за фигня? Дайте что-нибудь. Я чё, зря хожу? Офигели? Вау! Смотри! Нихера, бля! Динозавр, ёб твою мать! Живой, блядь! Чувак, здорово. Можно я на тебе покатаюсь? Динозавр. Прикольно. Блин. Блин, какие вы молодцы, а.
Какие вы просто, просто респект персональный от меня. Реальный динозавр. Когда-нибудь, возможно, мы сумеем такого зародить. Так, это что, бля? Телепорт? Если телепорт, я пока туда не хочу. Офигеть. А это что? Корова. Корова. Офигеть. Такое ощущение, что хрен знает даже, как объяснить. Родной, все такое. Среди этих монстров тут встретить корову, это же прикольно. Клево. Баллисты что-то там, блин. Зачем они вот... Вот они бы лучше вот эти таблички оставляли на... Окей. Чтобы прочитал, типа. Вот это, конечно... Ай. Пойду еще раз динозавра посмотрю. Жалко, он не ходит. Что ты тут жрёшь, а? Травку? Ты же типа этот... Травоядный? Сейчас какой-нибудь тираннозавр вылезет, блядь. Ладно. Что еще? Это что за хрень? Ненужная. НЛО. Типа. Корова. НЛО. А тут что было? Что тут было? Блин, класс. Прям классный класс. Это какой-то... Какой-то непонятный статуй. Знакомая картина. Но не могу вспомнить. Так, ну... Получается, мне в портал. Динозавр! Пока, я пошел. Стоп, стоять. Краем глаза увидел. Зеленую хрень. Ну пошли, чё. А, пошли. Все, не пускают. А чё делать-то? Ничего, это просто так. Это как-то пасхалка. Пасхальная комната. Ну мне, вы же не предлагаете мне убить динозавра, правильно? Это было бы кровавой жестокостью. И корову я убивать хочу вообще-то. Дай поговорим. Говорить умеешь? Или я еще какой-то взял протект, проект, протект, нет? Протокол. Ария, близнецы, фантом, адамант, скелет, вас.
Кинетический силовой привод. Страдалец, рядовой, они сначала исполнили. Скрайный путь. Дорожные камни. Не, это точно пасхалка. Того, наверное, тоже нельзя. Так, стоп. С этим я вообще ничего сделать не могу. Извини, зверюга, я проверить только. Ты же все равно не уязвим. Тебе все равно. О! Монстр вон на картине. Тут монстр. Прикольно. Но это типа музей какой-то, типа. Что было, что будет. Не знаю, что могло бы быть. Любопытно. Любопытно. Такая фантазия. Но, к сожалению, это не путь дальше. Насколько я понял, понимаю. Просто пасхалка. Да? Нет. Война из Зурена началась на свой взгляд, основанный монолит, лишь изгнали одну из спорных явлений, дали дальше, выше, бла-бла-бла. Высших, не высших. Эти надписюльки вообще ни о чем не говорят. Или вы хотите, чтобы я изучил историю азурян ваших, которых никогда не было, никогда не будет. Ну чё, пока. Ну я все еще не знаю, куда идти. С чем вас поздравляю и себя заодно. То, что я здесь комнату открыл, это ничего не дало. Ладно, поищу еще. Пока.